Симбирском царстве в новогоднем государстве больше 2 недель будет цвести и радовать детей и их родителей «Аленький цветочек». Новогодний мюзикл представляет Дворец культуры «Губернаторский». Это постановка по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова о любви, отваге и добром сердце, об удивительных странах, превращениях и чудесах. Это будут незабываемые приключения в сказку, которую написал Аксаков, и которую сыграли на сцене наши дети. А еще хочу сказать о том, что у нас мы поддерживаем династии, и у нас на сцене руководители наших коллективов и их дети. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы у нас еще было руководителей гораздо больше детей, чтобы у нас было еще больше артистов на сцене, хотя на сегодняшний момент у нас их 140. По словам организаторов новогодних представлений, если вы придете на сказку и на лепестке аленького цветочка напишите свое новогоднее желание, то оно обязательно исполнится. В сказке добрая и отважная красавица Настенька разглядит в чудовище душу прекрасного принца, снимет магические чары злой колдуньи. Роль колдуньи исполняет народный артист России Владимир Кустарников. Другие актеры, например, Иван Калачев и Надежда Корнилова, а также их дочь Катя, тоже многим известны. Они не первый год участвуют в новогодних представлениях губернаторского. Для нас это уже седьмой мюзикл, в котором я играю и также работаю в качестве балетмейстера. Ежегодно мы радуем грандиозными, большими праздничными мероприятиями. И я надеюсь, что сегодня мы в очередной раз подарим нашим зрителям маленькое чудо, над которым мы долго работали и очень старались. Для меня это 9-й мюзикл уже, с самого первого я участвую. И хочется сказать, что каждая сказка радует детей какими-то чудесами необыкновенными, которые творятся на нашей сцене. И все это благодаря детям, которые участвуют в наших мюзиклах. Это участники наших творческих коллективов Дворца культуры «Губернаторский». Чудеса на сцене происходят под знакомые и всем полюбившиеся мелодии. Настенька преображается под музыку из кинофильма «Служебный роман», а купеческие дочки танцуют под хиты «Абба». Новогодние представления продлятся до самого Рождества. Ирина Антонова, Артур Алимов, новости «Ол Правда ТВ».